Добрый день! Сегодня буду солить сало в маринаде в банке. Значит, сало у меня есть, естественно. Я буду его солить в литровой банке. Значит, на литровую банку я беру пол-литра воды. Оставила ее уже нагреваться до кипячения. Еще мне понадобится пол чайной ложки перца горошком, 8 штук душистого перца, 4 зубчика чеснока и лавровый лист. И 4 столовые ложки понадобится соли. Значит, соль в горячую воду я кладу. Сюда же пол чайной ложки душистого перца горошком и 8 штук душистого перца. Все это буду доводить до кипения для того, чтобы растворилась соль. Так, вот вода у меня уже вскипела, соль растворилась. Чеснок я порезала достаточно крупно в банку, на дно кладу чеснок, потом кусок сала. Сало я уже порезала тоже, можете видеть. Сало произвольно просто укладываю и перекладываю его так чесноком. Можно плотно утрамбовать, ничего страшного не будет. Так, сверху досыпаю чеснок. Вкладываю лавровый лист. И все это заливаю горячим, вот таким подготовленным рассолом. Желательно вот эти все специи распределить, чтобы они не все остались наверху. Так. Вот на дне у меня уже ничего не осталось. Все. Накрываю подготовленное засоленное сало крышкой. И так оно у меня будет стоять сутки. Через сутки оно уже готово, можно будет его употреблять в пищу. Готовьте, приятного аппетита, пробуйте. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!